Уже сказано тысячу раз, что бойкота Олимпиады не будет. Поэтому по этому поводу делать ничего не надо. Сам по себе антигейский закон – это бессмысленный набор слов. Пропаганда геев среди несовершеннолетних запрещена. Просто чушь собачья. Кто, где, когда, что пропагандировал среди несовершеннолетних, какие геи. Какие за последний год или два были случаи, чтобы гомосексуалисты напали на детей, допустим, их соблазняли, насиловали. Ну, просто бред. Такой обычный пиаровский бред. С другой стороны, разговоры о том, что в России преследуют гомосексуалистов, тоже значительно преувеличены. Да, есть гомофобные настроения такого полууголовного характера. Как известно, на зоне живут с мужчинами, и те, с кем живут, их опускают, они считаются опущенными. Вот это вот уголовная, гомофобская, такая гнусная, полубандитская идеология, она в нашей стране широко представлена была и есть. Естественно, что когда они чувствуют, или им кажется, что они чувствуют какое-то поощрение со стороны начальства, они начинают сучить ножками. Вот я читал, что двое убили какого-то парня, ногами забили. А когда их спросили, почему, они сказали, ну мы же патриоты, блин, а он гомик. Ну вот такое свинство у нас, конечно, благодаря таким законом расцветает. Но я думаю, что это свернут, поскольку эта кампания настолько безумна. Это была попытка начальства переключить внимание, отвлечь людей, найти образ врага, вот в лице гомиков. Но я думаю, что скоро это стухнет. Настолько это безумно, что долго не продлится.